Танец – это дети. Танец – это взрослые. Танец – это свобода. Танец – это эмоции. Танец – это смех, грусть, гнев, страсть. Танец – это труд. Танец – это полет. Танец – это состояние. Танцем ты можешь признаться. Танцем ты можешь объяснить. Танцем ты можешь вдохновить или помочь. И у каждого танца есть своя история, а у каждого танцора есть свой мир. Танец — это больше, чем движение. Танец — это искусство. Танец — это смысл. Танец — это мы.